Учебно-методические сборы МЧС России прошли в Тобольске. В них приняли участие руководители пожарно-спасательных гарнизонов Тюменской области. Они проверили готовность пунктов временного размещения населения, гидротехнические сооружения, а также осмотрели технику, которая будет задействована в зонах возможного затопления. Например, надувные лодки, которые есть у спасателей, приводятся в готовность за полчаса и способны перевозить до 30 человек. А вездеход «Петрович» на шинах низкого давления может преодолевать болото. Готовность всех подразделений, которые в городе Тобольске будут обеспечивать проведение паводка, находится на высоком организационном и практическом уровне. Сейчас в соответствии с утвержденным графиком в каждом районе нам необходимо провести тактические учения по ликвидации лесных и природных пожаров.